офис МОС «Обл. ЕИРЦ» в доме номер 10 на улице Новоспортивная – один из двух в Одинцово. Всего в районе таких клиентских подразделений 5. День открытых дверей – обязательная часть работы с населением. В 2016 году сотрудники Единого расчетного центра провели 27 дней открытых дверей в Подмосковье. В 2017 знакомство с новыми услугами уже прошло в Наро-Фоминске и Барвихе. Мы приглашаем сюда представителей органов власти, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, то есть наших партнеров, с кем мы взаимодействуем непосредственно по расчетам, ну а также население, для того, чтобы рассказать о тех нововведениях, которые есть в работе организации. Клиентская база Московского областного единого расчетного центра – около 2 миллионов лицевых счетов, из них 35 тысяч в Одинцовском районе. Осенью 2016 года был запущен новый платежный документ. В нем появилась услуга электроснабжения, а также отдельная строка – страхование, которая является добровольной офертой. На сегодняшний день офис позволяет гражданину в режиме одного окна решить практически все вопросы, связанные с платежами за ЖКУ. По уровню сбора, территориального управления, сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги жителей управления Одинцова выше среднего показателя, порядка 92%, они сегодня собрали денежные средства. Причем, что за дебиторской задолженностью работает управляющая компания. Посетители центра в день открытых дверей могли не только совершить привычные платежи, но и открыть личный кабинет. Развитию этого ресурса в едином расчетном центре уделяют особое внимание. Почти каждый третий клиент Одинцовского района оплачивает коммунальные услуги с помощью электронного сервиса. Два вопроса у меня нужно было решить. Это передать показания счетчиков. И второй вопрос по платежному документу. Даже и третий вопрос параллельно мне предложили, на что я согласился, зарегистрироваться в личном кабинете. Очень любезные, очень внимательные, помогают всегда. И я потихонечку всегда к ним хожу. А с какими платежами вы сегодня пришли? И за электроэнергию, МОСЭНЕРГО. В день открытых дверей одинцовский офис МОС «Обл. ЕИРЦ» работал в привычном режиме. Помимо платежей и выписок, жители обращались к специалистам с проблемными вопросами. К примеру, этому посетителю необходимо было переоформить лицевой счет на другого человека. Дедушка ушел, оставшись полностью довольным, получивший всю необходимую информацию, и в решении его вопросов было полноценное содействие. Одна женщина обратилась еще аж в 2015 году, в конце года, в ноябре, у нее потерялся платеж, серьезный платеж, 15 тысяч рублей. И более того, женщина, когда спохватилась, где эти деньги, она еще и потеряла квитанцию, не могла найти, соответственно, не могла составить заявление на розыск платежа. Сейчас квитанция найдена, заявление написано, соответственно, данные денежные средства будут найдены и зачислены на денежный счет. В зале клиентского офиса МОС «Обл. ЕИРЦ» работают платежные терминалы. В планах установка аппарата для электронной очереди. Также совместно с главами муниципальных образований утвержден график работы мобильного офиса. Машина МОС «Обл. ЕИРЦ», оснащенная платежным терминалом и средствами связи, вместе с оператором выезжает в район для работы с населением. Всего в день открытых дверей в клиентском офисе МОС «Обл. ЕИРЦ» были приняты 174 обращения от одинцовцев. Следующие встречи запланированы в Звенигороде и Котельниках. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».